Свадьба – это важное событие, к которому долго готовятся и тщательно продумывают все детали будущего праздника. Каким он будет? И сегодня я хочу заострить ваше внимание на съемке банкетной части. Каждый гость готовится, делает прически, одевает костюмы или новое платье. И настает тот самый момент поздравления молодоженов, на котором я хочу остановиться, а именно запись звука. Когда поздравляют одни гости, в зале может быть достаточно тихо. А может быть достаточно шумно. И тогда уже вас практически никто не слышит. Не слышно, что же такое говорят наши гости? Но выход есть. Запись звука на профессиональный цифровой рекордер. И результат будет выглядеть уже совсем иначе. Вам много чего бажали, но я бажаю вам сімейного благополуччя, здоров'я. Дай Бог, що я казала Оксані на 20-літті, щоб мене возику повозили, щоб я ще на хрестинах у вас побувала, дожила. При ваших дітів ще повзеки сам мене возику повозити. Це моя дочка. Вона родилась 5 червня, так як і я. В один день родилися, ще й в неділю. Ну таке, ну... Качество в первую очередь, никаких компромиссов.